Очередной транш МВФ зависит от выполнения Киевом взятых на себя обязательств. Напомню, министр финансов Украины ранее заявлял, что деньги могут поступить уже этой осенью. Но, как заявил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгван, четвертый пересмотр программы финансирования МВФ с последующим траншем в почти 2 миллиарда долларов возможен только после принятия пенсионной реформы, программы приватизации и конкретных результатов по борьбе с коррупцией.